Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» проверили техническое оснащение Лесногородской амбулатории. В январе в амбулаторию поступил новый аппарат ультразвуковой диагностики, и теперь пациенты могут пройти обследование сосудов и внутренних органов. Ожидается также поставка и другого оборудования. На учете в амбулатории более 10 тысяч взрослых и 5 тысяч детей. Прием ведут терапевты, педиатры, стоматолог, гинеколог, хирург и невролог. Также работает процедурный кабинет, организована работа по забору крови.